Всем привет! Сегодня приготовим куриные наггетсы на сковороде. Куриную грудку нарезаем тонкими слайсами, как показано на видео. В миске соединяем соль, перец и приправу для курицы. И все хорошо перемешиваем. Нарезанные слайсы раскладываем на доске, чтобы их было удобно замариновать. Посыпаем наши слайсы с обоих сторон готовой специей. Мясо оставляем мариноваться минимум на полчаса. Пока наше мясо маринуется, приготовим кляр. Также для кляра нам понадобятся панировочные сухари. Слайс обмакиваем в яйце, затем в панировочных сухарях, затем опять в яйце и опять в сухари и выкладываем на раскаленную сковородку. Обжариваем наши наггетсы с обоих сторон по 5 минут до золотистой корочки. Вкуснейшие, хрустящие снаружи и нежные внутри наггетсы, приготовленные из куриного филе, не оставят равнодушного ни взрослого, ни ребенка.